Привет всем, здравствуйте. 3 сентября, четверг, кажется, четверг. Отвела я своего зайца в школу. Сейчас там вон, на заднем фоне машина собирает мусор. И такое себе удовольствие, если ты угодишь под поток этого мусора. Даже пыль с него, она особо мерзкая. Вот. Поэтому я очень осторожно всю эту историю обошла, дабы мне случайно не повезло попасть под эту историю. Мордень опухшая, ноги опухшие, потому что очень натерла я себе ноги. Вот. Спасибо, что не окатили меня вот этой шикарной лужей. Тот, кто ехал в машине. Ой, перепила я воды. Воды очень много. Бля, кошмар. Вот это глаза тут. То, что не надо было есть борщ соленый перед сном, а потом напиваться большим количеством воды. Еще опухли очень ноги, особенно там, где у меня пятки, там, где у меня растертые ноги, там, где вот это вот. Я натерла пухилями своими ноги. И в этом месте очень опухли они, очень щиколотки, вот это все прям опухло, особенно на правой ноге, там вообще прям жесть с пяткой. Блин, надо что-то решать с обувью. Вот это моя конченная привычка, купить что-то новое, а старое сразу выкинуть. Я, конечно, еще не выкинула эти мокасины на сей раз, но они, короче, там уже вообще жесть. Я еще думаю, почему у меня какие-то непонятные дырки периодически появляются на мокасинах. Оказывается, что? Оказывается, у меня кот грыз, блин. Я его как застала за этим делом, думаю, что за дырки мелкие на мокасинах появляются. Это, сука, Бубу грызет мне обувь. Вот оно что. Все, я буду заходить домой. До новых встреч.